Чья это земля? Моя. Глазам не верю. Наш герой вернулся с войны. Правильно сделал, что приехал. В этой земле нашли нефть. Ассей же самый прекрасный народ Божьего мира. Они люди мудрые. Сами решают, кому достанется нефть. Сынок, ты как? Женщин любишь? Слаб, что делать? Ну, мы бы породнились с ее семьей. И их нефтяные доходы перетекли бы в наши руки. Шоми Касси. Вот вы кто. Видимо, на языке индейцев это значит чертовски хорош. Эй, зачем ты здесь? Здесь у меня дядя. Боишься его? Нет, он же золото, а не человек. Асейджи, их время ушло. Ты должен показать, кто в доме хозяин. Начальство прислало разобраться с убийствами. Мы уже потеряли счет убитым. Обычное невезение. Скорее, какая-то эпидемия, чем невезение. Если Асейдж гибнет от руки врага, он не должен погибнуть один. Зло объяло мое сердце. Не надо бояться. Я не знаю, любишь ты меня еще или нет. Конечно, люблю. Они отняли у меня родных. Она сказала, кого боится больше всех? Делай того, о чем будешь жалеть до конца своих дней. Я только и делаю, что жалею.